надежная защита от щелочей и кислот, высоких температур и морозов, а также влаги. На этом предприятии реализуют десятки видов перчаток. У нас есть свои партнеры, поставщики, с кем мы очень активно, хорошо сотрудничаем, благодаря чему у нас очень конкурентоспособные цены. Для чего это делается? Для того, чтобы покупатель легко и просто мог для сварщика выбрать сварочные краги, для каких-то мелких работ обычную трикотажную перчатку, либо там для водителей это перчатки маслобензостойкие, которые будут еще более защищать руку. 80% это трикотажные перчатки. Мы в месяц производим 1 200 000 пар перчаток. Годовой объем выпуска 15 миллионов пар. Компьютеризированные станки работают без остановки. 10 лет назад о таких масштабах руководитель предприятия только мечтала. Свое дело предприниматель начинала с механических станков и небольшого цеха. Начало и возрождение этого предприятия пришло ко мне случайно. Занимались совершенно иным делом. То есть как-то была возможность представлять пряжу, продавать пряжу. И увидели такое маленькое предприятие в городе Волжск, которое занималось перчатками. В целом, я, как и молодая, амбициозная многие люди, решила покорять Москву, уехала работать в банк. Но получилось так, что забеременев, я вернулась обратно. Я решила вместе того, чтобы тратить время на просто, решила попробовать заняться производством. Оформив кредит в банке у себя за льготные проценты, приобрела станки. Дело пошло в гору. Спрос на продукцию предприятия повышается. Среди постоянных клиентов и крупные корпорации страны поступают и индивидуальные заказы произвести не только расходные материалы, но и брендированные перчатки. Мы подстраиваемся под заказчиков, есть такой момент, но мы стараемся помочь нашим заказчикам правильно и грамотно подобрать ту или иную перчатку. То есть не всегда у нас заказчик понимает, какая бы перчатка им более востребована и нужна была бы, то есть которая бы их устраивала и по качеству, и, соответственно, по цене. Конечно, у нас есть индивидуальные заказы, это тем, что мы можем легко и просто наносить логотипы на наши перчатки. То есть много сейчас, очень часто компании свои логотипы наносят на своих перчатках, то есть они уже позиционируют свою компанию, работая нашими перчатками. Конкуренция в среде производителей трикотажных перчаток довольно высока. Выигрыши остаются те, кто делает ставку на качество материалов. Продукция из чистого хлопка хорошо проводит воздух и не дает рукам потеть. География поставок перчаток увеличивается, растут и продажи за рубежом. Границы предприятию открыл европейский сертификат, подтверждающий качество продукции. Занимаемся активно именно интернет-торговлей. То есть активно продвигаем нашу компанию через интернет. И вот вся география поставок, которую вы наглядно можете посмотреть, она в принципе пришла оттуда. Вот. География поставок обширна. Вся Россия, от Калининграда до Южно-Сахалинска. Другие страны, Казахстан, Киргизия, Армения, Белоруссия. Активно развиваем именно вот дальние направления, потому что стараемся продавать нашу продукцию, чтобы Чувашу прославлять подальше, чтобы наши перчатки знали в других регионах. Вот, соответственно, планы на ближайшее время – это вот эту карту превратить в глобус, то есть выйти на другие регионы. Это вот Европа, в ближайшее время – это вот Бельгия, Германия, Нидерланды. Мы занимаемся именно тем, чтобы человек покупал, кроме перчаток, все в одном месте. У нас есть официальные дилеры, чтобы люди на месте могли покупать наши перчатки. Перспективы предприятия приехал оценить и глава республики. Люксовые тоже ваши, да? Да, это тоже мы производим, даже такие крис-кроссы. Это перчатка для «Газпрома». У нас отдельные заказчики. Поэтому и цвет «Газпрома». Под каждый вид работы есть своя перчатка. Поэтому на производство мы подбираем, для перепродажи подбираем. То есть выясняем потребности заказчика, и потом уже делаем ему продажу. Ну, вопрос, нужно. Почему так назвали вы его? Вот эта перчатка как контракт, она пришла вообще с Китая. Этот логотип, это первый. Ну, вообще же перчатки у нас в России никто не производил никогда. Это производство идет с Китая. Все станки, все оборудование, это все технологии оттуда полностью. Это китайцы. Мы смело можем для тех, кто уже привык, продавать. Но необходимо двигаться дальше. В планах бизнесменов строительство новой площадки. В правительстве региона готовы оказать содействие развитию предприятия. Как раз развитие малого среднего бизнеса мы своих рабочих так совещаниях обсуждаем, говорим очень много. Это как раз вот показатель того, как предприимчивые предприниматели развернули эти производства. И за 10 лет
вышли на экспорт этих перчаток. Продают страны СНГ. Я поставил задачу выйти на 100 миллионов штук перчаток и быть лидером Российской Федерации. Да реально возможно. Конечно, здесь не хватает. На Новом Весте, на территории индустриального парка. Они готовы это сделать. У них огромное желание есть. В ближайшие годы в индустриальном парке появятся и другие резиденты. Предприятие завод ТБД планирует реализовать инвестиционный проект строительства завода объемом блочного домостроения. Ну, нам проект был интересен, является интересен, поскольку он комплексный. Во-первых, здесь для нас тоже, что очень важно было, это проект финансово обеспечен. Второе, это инициатор проекта имеет собственные земельные участки. Ну и третье, это, безусловно, создание рабочих мест и налоговых поступлений в бюджетную систему. Следующий проект, это компания БКР. Это существующая компания, которая занимается производством стальных дверей под маркой «Берсеркер». Ну, значит, для сведения, сегодня компания занимает у нас по Чувашии 1% рынка, по Приволжскому округу тоже порядка 1%, но и большая часть своей продукции выводится за пределы республики. Также имеется экспортный потенциал у компании, залоговое обеспечение имеется. Ну, то есть проект финансово обеспечен, рынок тоже по нему проглядывается. От инвестиционных проектов в региональном Минэке ожидают большого эффекта. Главное, что будут созданы новые рабочие места.